Всем привет! Сегодня у нас очень классная посылочка от всем известной компании Xiaomi. И здесь лазерная рулетка или лазерный дальномер за 16,58. Очень вкусная цена. Раньше эти все устройства были намного-намного дороже. Так, вот в такой аккуратненькой коробочке. Ну, как и все, что связано с брендом Xiaomi. Смотрите, коробочка пришла в идеальном состоянии, вообще нигде не помята. То есть можно на подарок, вот и женщины обратите внимание, и мужчины тоже, если есть кому подарить, это очень клевый, классный подарок. Который, в принципе, пригодится вообще всем в доме, в хозяйстве, всем пригодится. Сразу смотрите, есть предупреждающие значки, что здесь лазер и не надо светить в глаза. Снимаем пленочку. Эту рулетку я заказал лично для себя. Не по бесплатному посреднику, а себе. Значит, вот как она выглядит. Здесь вот медальки в 2019 году за лучшее устройство. Так, ну тут что-то на китайском. Значит, смотрите, модель это LSP. Есть LS1, это более старшая модель. Старая модель. Она похуже. И на страничке заказа будете заказывать. Не заказывайте самую дешевую. Заказывайте именно вот эту LSP. Так, в комплекте шнурочек. Ну, кабель, шнурочек. Инструкция. Довольно объемная. Есть на китайском. Только на китайском. Так, ну тут легко разобраться. И вот само устройство хорошо упаковано. Металлическое, алюминиевое. Так, значит, что у нас здесь? Дюка, LSP, 200 мАч, 0,74 ВХ. Так, тут какие-то значки. 200 мАч батарея. На экране наклеена пленочка. Кнопка здесь, кнопка здесь. И тут LSP. Вот, все очень красиво сделано, очень аккуратно. И эта рулетка, есть точно такая, я забыл, как было вот раньше до нее. И она LS1 называется. Она намного хуже. Это улучшенная версия. Там было просто измерение, ну, как дальности. Здесь вот там нет вот этой кнопки. Здесь с помощью этой кнопки море формул, площадь, объем, гипотенуза, угол, ну то есть она очень-очень навороченная. Так, включаем, вот здесь сразу значок, так, не знаю, видно, светит сильно ярко экран. Значит, значок по умолчанию показывает, что меряется отсюда, заряд батареи, полный заряд, и вот тут сразу бегает вот такой маленький угол. Я надеюсь, что вам видно. Вот когда не горит экран, то видно. Так, давайте измерим. Значит, первое нажатие он включился. Второе измерил. Так, вот давайте посмотрим. Самое интересное это вот это. Жалко, мой экран горит прям очень ярко. Сейчас попробуем потушить. Вот. Так, видно, да? Сейчас он показывает измерение площади. То есть вы измеряете в эту сторону и автоматически измеряет метр квадрат. Так, надо снять пленку. Так, и измеряет вот метр квадратный. Нажимаем дальше. Куб. Это значит сюда измеряем, сюда измеряем, сюда измеряем. Так, и вот получается 6,5 кубов. Так, следующее. Измеряет гипотенузу. То есть мы задаем прямо, задаем сюда. Так, что-то не то я задал. Так, еще раз. Задаем сюда, задаем прямо. И он получает, ага, по теореме Пифагора.
Вот это то, что можно измерить, например, стоя на земле, измерить далеко от дома, измерить гипотенузу. То есть вы по прямой измерили, по диагонали измерили, и у вас, например, получилась высота окна. Так, ну, в общем, это все полезные вещи, если там вы специально этим занимаетесь. Вот, как видите, еще такое измерение есть. Здесь видно, вот мигает. Так, вот такое. То есть это уже специальные измерения, которые, я думаю, будут интересны строителям. И вот тут тоже интересно, измеряет угол. Так, ставим под углом. Так, измерили. Так, измерили. Ага, он сразу, с первого раза. Сбиваем, вот ставим под углом. Вот, и он сразу измеряет АБ сторону и 40 градусов угол. Так, ну прикольно. Вот, все. Дальше у нас опять идет площадь. И вот там вверху, вот тут, как видите, бегает угломер. Если зажать ее на 5 секунд, она выключается. Чтобы не ждать, можно самому выключить. А если вы находитесь вот в этих режимах, где у вас объемы, то эту боковую кнопочку зажимаете, и она выходит вот опять яркий экран. Ну, в общем, она выходит в обычное измерение. Просто зажали, чтобы уйти из тех объемов площадей, кубов и всего того прочего. И она опять зашла сюда. Вот, как видите, она сама потухла. Не надо ее никак выключать. Вот, достаточно большой объем батарейки. Но всегда можно подзарядить от любого устройства или от пауэрбанка. Вот, и она абсолютно, абсолютно размером с палец. Маленькая, элегантная, алюминиевая, как все у Xiaomi. Очень-очень достойная вещь. Так, ссылка будет под видео в описании на самую лучшую, самую классную цену. Пришло очень быстро, где-то за 2 недели. Вот, так что рекомендую, очень офигенный, классный товар. И сейчас он реально стоит небольших денег, по сравнению с тем, что он стоил раньше. И такой большой функционал, как у более дорогих рулеток, более массивных. Это очень аккуратное. Вот. Если получится, сделаю сравнение ее по вот ее именно по тому, как измеряет, с другими рулетками, которые у меня были недавно. Я их те заказывал не себе, постараюсь их взять и сделать обзор и сравнение этой рулетки с другими. Будет интересная батл. Так, еще несколько моментов. Беру свет. Так, вот видите, переключается вот эта стрелочка вверху. То есть уже лазер будет считаться не отсюда, а отсюда. Но это если нужно. Зажимаете опять на 3 секунды. И опять стрелка переключается. Опять снизу. Ну, снизу, мне кажется, удобней. Так, значит, если зажать чуть-чуть, но ненадолго. Вот. Тут цифры вот бегают. Это у вас рулетка как бы онлайн. И вы, например, проводите вот так. И оно показывает максимальную и минимальную высоту. То есть вот двигается. Так, и что еще? Если вы зажимаете, выключается на 5 секунд. И чтобы зайти в меню, именно нужно зажать в таком вот выключенном состоянии. Вот. Включается калибровка. Вот видите, можно откалибровать от 0 до 7 миллиметров, в плюс или в минус. Еще зажали. Метры, футы, дюймы, вот эти галочки. Ин это дюймы. Вот еще какие-то палочки и опять метры. То есть много измерительных систем. Выберет любой, ту, которая нужна в любой стране. И еще раз зажали, как я уже показывал, это вот, например, пусть будет так.
Так, выключили. И вот теперь, видите, я включаю, и подсветки экрана нет. Так он будет вообще очень долго. Вот, чтобы было видно. Так будет аккумулятор вообще работать очень-очень долго без подсветки. Ну, так видно хуже. Но если вас это устраивает, то вполне, в принципе, можете и так пользоваться. Главное, что эта фишка есть, и это можно в настройках включить или выключить. В общем, девайс абсолютно зачетный, с хорошей точностью. Буквально там погрешность у него 1 мм. Но это все тоже можно откалибровать, если у вас, смотря как рулет, как вам попадется. Цена сейчас на нее очень-очень классная. Так что переходите по ссылке, смотрите и выбирайте обязательно с чехольчиком. Вот я купил без чехольчика. Это, конечно, плохо. Там буквально разница небольшая, если с чехлом, там $0.5. А если отдельно покупать чехол, то он, по-моему, $3 стоит. Ну все, на этом буду заканчивать. Вы были на канале Взагли. Позаглям. Всем пока.